Добрый день! Сегодня я хочу продолжить предыдущую тему, но для начала я хочу расставить, так сказать, точки над «и». Конечно, самое простое решение – это использовать зеркала, которые можно, так сказать, найти вот на этом сайте. Вот. Использовать их просто, и, как правило, достигается нужный результат по скачиванию необходимого образа. Вот, значит, чтобы их использовать, надо создать файлик. На Ubuntu это файл нужно создать в etc docker и назвать его Demon Johnson. И вот так вот прописать здесь, собственно говоря, registry mirrors. Вот. Теперь надо рестартануть докер, ну и вуаля, все сразу, в общем-то, начинает работать. Вот. Но просто мои видео на канале, они носят до какой-то степени обучающий характер. И самоцель как бы этих видео именно скачать и именно с докер-хаба. Вот так вот во вход этих ограничений. Вот это как бы, так сказать, хотелось бы сказать. Ну и плюс те решения, которые я рассматриваю, так сказать, их не обязательно копировать как есть, а они могут натолкнуть вас на какие-то свои решения, вообще, может быть, даже в другой области. Вот. То есть, вот как бы цель видео не скачать и не получить образ докер, а именно рассмотреть вот вариант получения, такой девопсовский вариант получения образа именно с докер-хаба. Вот. Ну, вот как бы вот так. Ну, вот как видно, что образ там скачался, Nginx, без проблем будет работать. И, собственно, вот. А, ну еще что хочешь сказать, что не все есть на зеркалах. Вот. Иногда на зеркалах чего-то вот и нету. Вот. Поэтому, как бы, это тоже жизненное, как бы, решение, которое я рассматривать буду ниже. Так как у некоторых людей возникли сложности при регистрации на GitLab, я хочу осветить этот момент. И для этого у меня как раз нашлась, в общем-то, такая тестовая учетная запись на Gmail. О, ну да. Ну, короче, на Гугле, одним словом. Так. Значит, вот. Идем сюда. И вот здесь, когда мы выбираем регистрацию, не надо заполнять вот эту форму. А то действительно карточку будет просить. А надо идти сюда в Google и, соответственно, здесь написать свой гугловский логин. Вот, у меня вот такой вот имеется. Вот. Соответственно, ну, короче говоря, если у вас телефон под андроидом, то у вас такой аккаунт должен быть. И, соответственно, пароль к нему. Вот. Ну и, в общем-то, по сути дела, и все. Так, значит, что тут надо выбрать? Ух ты, это вот это, что ли? Похоже, да. Ага, угадал. Так. А, ну и сейчас на почту мне должен прийти будет тот самый одноразовый пароль. Так, подождем немного. А, вот что-то вроде есть. Так, одноразовый пароль. Ага. Так, вот, ввожу его сюда. Лоб. Ну и, в общем, можно сказать, что все, это у нас срослось. Так, это у нас, ну, выберем тут вот так. Ну, я вот так выбрал, можно выбрать по-другому. Здесь надо ему, придется создать новую группу и новый проект. Он как-то, если не создавать, он как-то не очень это воспринимает. Ну, в принципе, уже все. Можно сказать, что зарегистрировались. Так.
Так. В общем, я это дело создам, в принципе, потом это можно удалить. Так, вот это уже не надо. Все, вот я залогинился на GitLab и, как говорится, без вопросов. Ну, собственно, сегодня вот с этим логином я тогда здесь на GitLab на нулевом и поработаю. Так. Значит, здесь. Такс. Ага, тайм-зону можно поменять. Я бы даже сказал, не то, что можно, а нужно поменять тайм-зону. Такс. Ну-ка еще раз сюда зайти. Хочу просто проверить. Так. Тут надо создать будет потом. Значит, сейчас вот я вхожу так. Но надо будет потом мне создать логин. Вот. Для, точнее, логин-то уже создался. Он называется Каркакус. Вот. А для него надо задать пароль. И тогда можно будет просто по логину паролю заходить. Вот. Текс. Что-то я немного запутался с этим новым логином на GitLab. Вот. На старом уже давно это было все сделано и уже благополучно забыто, как это делалось. Ну ладно. Значит, тайм-зону здесь надо выбрать. Где она тут есть? У нас плюс 3. Текст плюс 3. А, вот. Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. Так. Значит, это сделаем. Ну да, это можно все не заполнять. Не надо. Так. Такс. Так вот. Теперь. Идем сюда. Тут что? А, вот это наш логин, соответственно. Вот здесь. Так, а где к нему? Блин, где-то к нему должен быть пароль. Пароль к нему вот здесь, вот. А, ну я уже пароль к нему ввел, поэтому первый раз вот в верхней строчке не будет у вас. Просто вводите новый пароль и все. Ну вот, я введу, соответственно, пароль. То есть старый и пароль новый. Вот этот пароль, который сейчас я вот здесь вот new password введу, вот, он потом будет у меня жить в файлике mypassvd. Вот. Можно это будет сделать по-другому, но опять-таки говорю, что я сейчас делаю, так сказать, это тестовое решение на скорую руку, позволяющее, как бы, в общем, в принципе, как бы почувствовать вот этот вот GitLab, пайплайн, ну и так далее. Вот. Потому что там можно многое. У меня уж параллельно еще одно решение было. Это вообще этот runner через VPN законнектить к себе. Ну, то есть варианты есть. Так, ну вроде как все с этим. Теперь надо удалить, наверное, вот этот вот проект. Так. Значит, удаляется он вот таким вот образом. Advanced. В общем, тут все так за это запутано малость. Вот, вот так вот. Удалим этот проект. Это дело скопируем. Ставим. И удалим группу. Тоже мы удалим группу. Группу с группой попроще. Вот так вот. Так. Все, теперь у меня как бы...
А, надо еще раз ее подтвердить здесь. Так. Есть. Все. Ну и создадим, так сказать, новый нулевый проект. Назовем его Docker Hub. Приват. Так. Это не надо. Readme файл туда не надо пихать. Хотя, может быть, и надо было его туда пропихнуть. Вот. Так. Так. И вот. Так. Хорошо. В общем, в принципе, все. Проект мы создали. Вот. Это, значит, у нас как подключаться к Git'у на локальной машине. Инструкция. Так, теперь. Теперь я хочу создать виртуальную машину на своем гипервизоре Proxmox. И это будет не виртуальная машина, а это будет контейнер темплейт. Для начала надо загрузить темплейт. Выберу я Ubuntu 22. И вот таким вот образом это дело загружу. Так, это тестовая машина получится, которая будет взаимодействовать у меня с GitLab. Так, значит, надо свой публичный ключик скопировать с управляющей Ubuntu. Так, и сделаем здесь Create Container Template. Так, hosts name. Пусть будет registry. Я планирую потом на ней поднять локальный Docker registry, поэтому сейчас мы ее просто registry назовем. Так, здесь рутовый пароль. А вот сюда вставляем как раз вот этот мой публичный ключ, который я скопировал оттуда. Template выбираем вот этот. Диск сделаем 20 гигабайт. Так. Ага, значит, ну, оперативки 2048. Своп пусть 512 остается. Так, вот здесь. А, значит, вот здесь я сделал ID. Сделаю ID 222. Ну, и IP-шник пропишу 192.168.1.22. Это как бы ни к чему не обязывает. Ну, просто пусть совпадает, чтобы, так сказать, не запутаться. Так, шлюз первый. IP-6 не пишем. DNS домен testmy. DNS сервер 192.168.1.1. Все, делаем next. Здесь галочку не ставлю, запускать ее сразу не буду, потому что я хочу вначале с нее сделать снапшот. Вот. Так. Так, все, машинка создалась. Соответственно, можно сделать с нее снапшот дефолт. Так. Угу. Ну и можно запускать ее. Так, где она тут у нас? Старт. Ага, ну посмотрим консоль. А, ну все, поднялась она. Угу. Так, по сути дела, контейнер темплейт нам больше не нужен. Можно на нее идти. Так, поскольку публичный ключ там уже как бы есть, то мы просто идем с SSH 192.168.1.222. Yes. Что-то. А. Yes. Все. Вот я на нее попал. И теперь
Для начала я поставлю сюда apt-update и дальше apt-install git. Поставим git сюда сперва. Так, пошел он устанавливаться. Установился. И поставлю теперь докер я на нее. Вот такой вот универсальной командой. Такс. Курла не было. Надо было курл доставить сперва, прежде чем эту команду использовать. Так. Все, вот теперь она заработала. Так, отработала. Отработала. Посмотрим Docker version. Значит, 26.1.3. Очень хорошо. Посмотрим теперь Docker pool Nginx. Это мы, Нифиг не работает. Угу. Хорошо. То есть у нас как бы вот здесь задача обойти вот это дело и скачать именно с Docker Hub. Не с зеркала. Так, сделаем SSHKEGEN. Так, понажимаем Enter. Готово. Сделаем. И посмотрим. Выведем наш публичный ключ теперь. И его скопируем. Так, вот этот публичный ключ мне надо разместить на GitLab. Так, это у нас вот здесь. Вот здесь. И вот сюда это дело вставляем. И есть такое дело. Это пусть остается как есть. Это значит, он прокиснет через год. Хорошо. Так. Дальше. Так. Где там наш? Ага, вот он наш проект. И надо к нему, значит, зацепиться. Так, к нему надо зацепиться. Так, создадим, пожалуй, директорию. Мкадир, назовем ее Docker, скажем, Hub. Project. Так, неправильно написал. Project. Зайдем туда. И сделаем git init. Есть. Так, git появился. Так, хорошо. Теперь. Так. Remote origin. А вот этот вот origin мы возьмем вот отсюда, с SSH. Вот это дело скопируем. И сюда ставим. Есть такое дело. Так, у нас... Вот надо было на самом деле вот этот файлик-то оставить там. Зря я галку снял. Потому что... У нас сразу бы ветка получилась. А сейчас у нас вообще ни ветки, ничего тут нету. Итак, поэтому лучше мы, наверное, воспользуемся инструкциями, которые нам здесь предлагают сделать. Так, да, вот это надо сделать в любом случае. Да, это скопируем. Оставим. Так, дальше вот это скопируем. Сюда ставим. Теперь. Так. Стоп, не то. Так. Так. Как-то не совсем у меня немножко по плану пошло. Ну ладно. Будем разбираться. А...
Так. Сделаем файлик для начала сюда, вот этот вот. Сделаем вот этот файлик. Отсюда, с шпаргалки. Его возьмем. Так, как-то он не очень хорошо скопировался. Не нравятся мне вот эти красные штуки. Так, что мы тут будем делать? Значит, с ним... Так, это пока закомментим все дело. В принципе, здесь надо написать, скажем, Docker search. Значит, вот я хочу сейчас поискать на докере, какие образы у меня есть вот на моем, так сказать, Docker хабе. Лично. Так. Значит, что тут у нас дальше-то? Ну-ка, вот это. Так, что-то ему не очень это дело понравилось. А если вот так, а если теперь, текст, так, ветки нету, надо сделать ветку, Что-то как-то путано получилось у меня. Зря, да. Ну ладно, сейчас разберемся. Так. Тик-тик, это мы у нас не годится. Тик-тик-тик. Поторопился я малость, теперь приходится с этим, блин, дерьмом разбираться. Так. Что у нас с ветками вообще? Ветка main, но это она здесь. Здесь она ветка есть, а здесь этой ветки и нету. А нет, появилась. Так, так, так. А, и уже и пайплайн тут запустился даже. Ну, понятно. То есть, в общем, как-то оно тут... Ну ладно, в общем, получается, что это нормализовалось. Даже пайплайн отработал, и вот Docker Search отработал. То есть вот видно, какие образы у меня на CMFF есть. Вот. Но здесь мы по Docker Search мы получили только какие у нас образы есть. Вот. А мы не получили, какие теги у этих образов. Вот. А чтобы получить теги у этих образов... так, а что, кстати, с раннером? А, раннера нету. Оно используется какой-то, значит, по умолчанию раннер. Да и, как говорится, хрен бы с ним, мы даже раннер не будем делать тогда, как на предыдущем видео. Если эта штука и так работает, то как бы и пусть и работает. А, так, ладно, значится, теперь. Еще разочек мы здесь сделаем. И делаем здесь нано. Вот так. И, значит, что здесь делаем? Так, мы здесь сделаем так. И вот так вот. Такс. Вот. К
curl HTTPS, соответственно, tag, repositories. И, соответственно, вот таким образом мы узнаем, какие теги есть вот у образа ng, который у нас вот там был. Выбило меня из гитхаба по таймауту. Вот. Так. Надо выйти в него и заново зайти. Я просто заходил в свой предыдущий GitLab. Вот, и поэтому он меня из этого выбил. Чтобы вот эту ссылку скопировать. Так. Все, вот теперь заново заходим сюда. Так, есть вот он наш проект. Это наш вывод. Вот образ есть вот simffng, а мы хотим узнать, какие теги есть, потому что на него несколько тегов, я помню, что имелось. Вот. И чтобы их вывести, эти теги, мы воспользуемся вот такой вот командочкой. Вот здесь вот simffng и tags по curl. Вот. Вот это дело сейчас запустим. Так, сделаем git commit минус a минус m. Пусть будет там тест 1. Делаем git push. Так, по идее должен запуститься pipeline. Так и есть, запустился он. Вот он запустился. Отработал. Так, ну вот, и посмотрим, что он вывел нам. Так. Вот он вывел вот такую бильберду. Но мы здесь ищем именно... А вот во всей вот в этой конструкции надо искать ключевое слово. Вот. Вот такое. И вот он видит, видно, какие он теги. Значит, у него тут есть base, есть web1, web2, web3. Вот. Вот это теги, как раз которого к этому образу. Вот. Они вот отсюда их надо, вот здесь, короче говоря, их вот так вот надо смотреть. Вот. Так. Не, ну можно через греб сделать, чтобы было повиднее. Ну, можно и так посмотреть. Так, ладно, значит, теперь мы делаем вот так, вот так, вот так. Это уже нам, по сути дела, и не надо. Это не надо. Так, вот это мне не нравится. Значит, вот здесь мы напишем simff, соответственно, ng с тегом base. Так, это так. Так. Ну и, в принципе, все. Так, а нет, вот здесь еще мы поправим, да. Вот так же, nginx tag base, registry, и вот здесь мы напишем, где docker hub, в конце. А мы напишем тег ему. Так, вот здесь тоже уж надо поменять. Так, 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 это-то правильно. X. Какой у нас тут адрес-то? Вот так вот это дело выглядит. Понятно. Вот здесь это можно подсмотреть сверху. И теперь здесь это дело уже
прописать. Так, вот. Каркакук. Так. И здесь, соответственно, сделаем вот такой вот тег. NG с тегом. Ну, вот такой, короче. Base. Так. И здесь мы это раскомментим. Соответственно, здесь напишем также. Вот так вот. Так, ну думаю, что вроде как честно. Так, сделаем commit test 2, docker push, точнее git push. Так, где у нас pipelines. Так, пошел процесс. Так, что-то облом какой-то получился. Так, облом получился. Что за облом? А, блин, забыл вот здесь поменять. Не туда это. Имя пользователя это неправильное при логине в регистре GitLab. Так, еще раз его подправим. Вот здесь ошибка. Так, где у нас? Вот. Имя пользователя это у нас другое. Это со старого проекта осталось. Вот так вот. Теперь должно быть нормально. Так, еще раз сделаем уже тест 3. Так. Так, идем сюда. Так. Ну, сейчас появится процесс. Ага, вот он появился. О, на этот раз все успешно прошло. А, ну и можно проверять, появился ли у нас образ вот здесь. Вот. Так, и вот у нас образ появился. Ну, что и требовалось доказать. То есть у нас вот в таком виде сейчас наш пайплайн работает. И образ с докер-хаба скачивает. Вот, значит, за кадром я написал автоматизацию для этого дела. Значит, я скопировал изначально вот эту вот точка gitlab.ci, просто gitlab.ci, и создал скрипт get docker image. Посмотрим вот этот вот gitlab.ci, значит, он, в принципе, точно такой же, как был, но здесь появились переменные. Image и переменная tag, а также появилась переменная image simple. Вот. Значит, она для того, что вот когда в имени имиджа появляется вот такая вот косая тильда, вот, то он вот докер, как его там, image tag на дело ругается. Поэтому пришлось еще одну переменную делать image simple и преобразовывать ее из имиджа. Вот, но потом, вот, значит, что из себя представляет башевский скрипт. Так, вот, значит, здесь задаем имидж, какой хотим скачать, тег и имя коммита. Все. И можно его запускать. Ну, соответственно, вот так вот мы преобразуем вот этот вот имидж в имидж simple, то есть заменяем вот эту косую тильду на минус. Вот, и тогда уже у нас тег работает нормально. Вот, вначале, значит, мы делаем из GitLab вот эту точку GitLab.ci и в конец дописываем переменные для GitLab.ci, соответственно, вот такие вот. Ну и все, ждем 3 минуты, пока на GitLab отработает пайплайн. Ну а дальше, в общем, тут все, в принципе, понятно. Вот, вот такой вот получился у меня башевский скрипт. Ну, я выложу потом этот проект на свой GitHub. Ссылка будет под роликом. Можно будет ознакомиться, посмотреть и, в принципе, желание использовать в своих, так сказать, нуждах.
Так, значит, сейчас у меня Docker Image, я хочу потереть все имиджи, которые у меня тут есть. Так, все, вот это дело мы потерли. Ничего у нас теперь нет. Ну и запустим, собственно говоря, скрипт. Так, ждем вот 3 минуты, пока, значит, у нас пайплайн отработает. Так, где у нас этот пайплайн? Вот. Так, вот запустился процесс. Тест. Ну вот, сейчас его через прозрачное окно видно. Ну, можно пока видео на паузу. Так, вот, отработал пайплайн. Ну, а здесь еще эта штука как бы его ждет. Она ждет 3 минуты. В принципе, опытным путем я пришел к выводу, что 3 минуты это нормально, потому что не всегда пайплайн шустренько стартует. Иногда у него там какая-то задержка там бывает. Вот, в общем, ну, 3 минуты как бы нормально. То есть, вот сейчас у нас как бы скрипт ждет, пока на GitLab отработает пайплайн. Вот. Ну, соответственно, вот этот вот проект я тогда к себе на GitHub выложу. Вот, единственное, что я его выложу, соответственно, надо будет, если будете использовать его, то в файле mypassvd, соответственно, свой пароль прописать. Потому что я, конечно, со своим паролем туда его выкладывать не буду. Вот. Можно это дело улучшить, опять-таки, тут предела совершенства нету, сделать пароли зашифрованными и так далее. Ну, я как бы сейчас показываю в общем и целом, в принципе, вот рабочую конструкцию. Вот. А дальше уже, как говорится, предела совершенства нет. Вот. Так, вот, пошел уже скачиваться образ с Registry GitLab. Ну и, в общем, все. Скрипт отработал. Так, посмотрим Docker Image. Ну, вот у нас получился Docker Image с MFF, с тегом Base. Как говорится, и заказывали. Так, значит, ну и здесь, соответственно, контейнер регистри тоже, соответственно, вот он вот такой вот сидит. Так, сделаем еще разочек pipeline. Так, ну и, наверное, для закрепления материала, значит, скачаем еще один. Сделаем nano get docker. Вот здесь теперь я просто пропишу image, скажем, Jinx, а тег пропишу latest. Ну, а commit пропишу Nginx. Ну, допустим. Вот. Все. Сохранили, вышли, запустили. И все. Как бы. И можно пока паузу поставить. Ну, сейчас появится здесь процесс. Вот, появился процесс. А, пауза. Вот, скрипт отработал. Проверяем. Смотрим. Я уже туда ходить не буду. Так, Docker Images. Вот, получили. Nginx с тегом latest. Вот. Но на самом деле я хотел потом вот на этой машине еще поднять локальный Docker Registry. Вот, но поскольку ролик и так уже достаточно длинный получился, я, скорее всего, это сделаю в следующем видео. Вот. А сейчас пока по-быстричку проверим, собственно говоря, образы на работоспособность. Docker run. Не то написал. Минус-минус name надо было написать. Тест. Name пропустил. Так, вот. Значит, 80-й это 80-й. Теперь здесь подправим 80, 80, там на 80, 80. Сделаем тест 2. И вот с моего, как говорится, Docker Hub 7FF NG с тегом base.
Так, тоже запустилось. Так, докер ps-a. Так, работают. Ну, проверим через веб. Так, 192.168.1.222. Есть, вот он, Nginx. А теперь проверим порт 8080. Linux. Так, а что это он не работает? Перехвалил я его. Не работает. Так, у него что здесь? Ну-ка, HTTP. Не, не хочет в упор. Ну, в общем, где-то я что-то, блин, ошибся. Так, не понятно, почему он не работает. По идее, должен работать. Так, что тут? А-а-а, я понял, в чем фигня-то. Я порты неправильно прокинул. Надо было не 8080 на 8080 кидать, а 8080 кидать на 80, потому что контейнер-то по 80-му порту отвечает. Вот в чем получилась-то засада. Поэтому вот эта страница-то, конечно, и не открывается, потому что там ее неоткуда брать, эту страницу. Так, ладно, надо сейчас это по-быстрому подправить будет. Вот. А, ну, собственно говоря, хотя... Да, вот если здесь сделать даже curl, то он, соответственно, connections refuse. Так. Сделаем теперь докер rm-f, ну, поскольку у меня контейнер застартован, минус force приходится делать. Вот. Так бы его можно было начали стопнуть, ну, так вот, тест 2, а вот здесь мы его по новой стартанем, только вот здесь вот мы сделаем правильно теперь, 80. Так, вот. Ну и смотрим теперь веб-страничку. Ну вот, это мой, так сказать, контейнер, который через PHP показывает IP-адрес контейнера, на котором он крутится. Вот. Ну, на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а дальше будем уже с Docker Registry разбираться.